Hello. Hello. Если вдруг литовская делегация, литовская смотрит на секс.
еще вдруг, что в Риге, мы рассмотрим это приложение, и может быть это будет так. Но я думаю, что честно будет один суперфинал проводить в одной стране, другой – в другой. Это было бы правильно. Второй этап состоится предварительно, провести когда? Примерно через полтора месяца. Ориентировочно будет сообщено на сайте, и литовский сайт, и у нас теперь уже в том будет сайт, и на нашем сайте тот самый. Значит, я, к сожалению, не успел по призовому фонду переговорить, да, кто нас движет. Да? Кто нас? Мы оставляем как было или как? Я бы предлагал попросить игроков это дело. Да. То есть два варианта, никаких да. других. Можно вас немножечко сюда, даже на две. Расскажи ты, еще готов более мелодичный. Значит, по поводу призового фонда, я наружу. Мысль такая есть, что в прошлом году у нас было распределение денег на каждый этап. То есть были призовые на каждом этапе, и там небольшая часть, процент какой-то, уходил на суперфинал. Но что случилось? В суперфинале не были такие большие деньги, как бы хотелось. То есть не было стимула достаточно игрокам играть, в суперфинал попадать. Мы придумали, может быть, в этом году предложить такой вариант. Чтобы это не мы решали там с собой, между собой, а чтобы это решали игроки. Мы предлагаем все деньги, которые мы соберем на этапе, вот, например, сегодня. То есть все деньги, которые бы пошли на призовые, они сейчас уходят на суперфинал. И так 4 раза это повторяется. То есть на суперфинале мы можем ожидать настоящих больших денег. Это, во-первых, для первых, вторых, третьих мест, но не только для пятой, восьмой, но и для девятой, шестнадцатой. Тоже там, ну, к примеру, 50 лат. За попадание в 16 можно получать 50 лат. Это мысль для кого интересна? Для тех, кто, скажем, занимает от 5 до 16 места. Для тех, кто на самом деле интересно. Я подсчитал и увидел, что если ехать и каждый раз занимать 9 место в каждом этапе, и в суперфинале тоже, то тогда получается, что больше денег выиграешь, чем бы выигрывал бы 9 место. Ну, иначе бы 9 место, если занимаешь, тогда не выиграешь. Ноль. Да. Значит, это вот мысль только такая. Я предлагал бы, ну, проголосовать просто, кто за это предложение, кто против. Мы сейчас, еще секундочку. Ну, ты не рассказал другой вариант еще. Еще секундочку. Другие варианты. Мы посчитали калькуляцию, надо знать, о каких деньгах это речь. Обычно, ну, не буду тут скрывать, многие люди приезжают на турнир, они хотят просто поучаствовать. Они понимают, что финалистом он не будет. Некоторые люди приезжают, чтобы попасть в полуфинал, это большое достижение. Некоторые приезжают, он знает, что большой шанс быть в финале. Никто не знает, кто будет в финале, но большой шанс быть в финале. Поэтому, конечно, у каждого свои задачи, и любое достижение любого игрока, это его, как его достижение, это хорошо. Но мы все знаем, что в основном, примерно, мы посмотрели, вот Томас посмотрел, Гатис посмотрел, я посмотрел, примерно 6-7 человек всегда в четверке. И они всегда получали деньги. Восьмерки, примерно в четвертьфинале. А почти всегда они держат. Вот. Поэтому эти, конечно, всегда при деньгах. Там. Я, Томас и... Мы хотим быть без денег. Поэтому, значит, конечно, примерно 7-8 человек, примерно основные люди, которые всегда заберут эти деньги. А тот, который правильно сказал, Томас, 9-15, 9-12, он тут близко, о, там были деньги, и не получил. И не получит, в принципе. Ну, сейчас еще подойдет. Почему никогда? Если назад, когда 9-0 раскатывал, это был мой стандарт, все правильно. Поэтому, если мы сделаем, например, Томас, я, в принципе, об этом год назад еще думал, но никто бы не подписался, когда сейчас мы уже получили, то речь идет о деньгах примерно от 1600 лат до 2000 лат. 1600, конечно, каждый, и машины, 1600 лат, 2000. И все складывается. Складывается с каждого этапа, как сказал Тома, и складывается суперфинала, естественно, да. И, ну, я, может, там не так просчитал, если суперфинал посчитать, может быть, и без половины, я не знаю. А мы каждый протокол будем делать на каждом этапе, фиксировать, каждый год будет рассчитывать. Вот. И, значит, получается, что такая большая цифра. Плюс в этот призовой фонд идут еще деньги штрафные. Естественно, кто на суперфинал приезжает, был в трех этапах, не попал. Вы знаете, 32 вам
платит 15 и 15 платов, если ладно. А были игроки у нас, один игрок был, который один раз участвовал. Все, а надо три обязательных, вы знаете. Он заплатил 15 за участие, 15 за то, что в 32 не был, и за два недостающих раза по 15. 60-ник это призовой пошло. Но по 10% это маленькое накопление. Это вот я примерно сказал, о каких деньгах речь. Там 1500 не будет, там будет больше. Конечно, от количества участников. Вот. И теперь Петерис. Слушайте, ну появляется другая проблема, но если надо 32 попасть в финал, да. То в принципе, ну я могу дойти до четвертьфинала 1/8, каждый раз и пойти домой, если, ну, да. Теоретически. Типа заболел. Не, ну я попаду в финал, там будут серьезно. Может, я предлагаю, может, финалистам что-то оставить, ну чуть-чуть, чтобы был какой-то зимой сам оставляем кубки. Ну, секундочку. Потому что если ты говоришь 1600 и больше 2000, то там, не знаю, 60 лат на два финалиста в каждом этапе не будет существенно. Но если бы я играл 18, как ты, я бы догадался до этого тоже. Не, ну это же интересно. Сейчас я объясню, что ты теряешь. Во-первых, ты теряешь возможность поиграть с хорошим игроком в финале, в полуфинале. Это первое. Нет, для многих это очень важно и очень... Другое дело, кубок ты получаешь. Одно условие, которое предложил Гарис. Если все согласны, мы за это все голосуем. Пока еще не про это. Гарис предложил следующее. Это не касается призового. Можем оставить так, можем так. Но Гарис предложил одну идею. Мне понравилось. Если мы сыграли и все попали в полуфинал. Вот. 4 человека. Да? Так вот, 4 человека, которые на каждом этапе попадает в полуфинал, это не касается суперфинала. А, может быть, и касается. Например, на этом турнире 4 человека попали в полуфинал. И как-то там сыграли. Эти 4 человека получают шанс в следующий этап не платить 15 лат. Но, один момент, если он не приехал на второй этап, а появился в третьем, сори, твои тур были бесплатные, ты плати. А Катыш предлагает это. Тогда можно еще так просто. Это стимул, то, что ты сказал, чуть-чуть. Да, да, вот. Чуть-чуть. Или может, нет, серьезно, может, те, которые попадают потом в этапе финале, может, они автоматически попадают в суперфинал просто. А тогда они уже не играют. У нас идея не зарплату заработать, а привлечь игроков сразу. Так если оба варианта проголосовали. Сейчас у нас 4 страны. Должно быть, ну, какая-то.
Сформулируйте варианты, давайте проголосуем. Это первый вариант.
Считается. 50 плюс.
Но мы берем тайм-аут, и мы об этом скажем чуть позже. По поводу брейка. Делайте брейк, это точно, что это подруга не нужна. Начинаем турнир. Будем фотографировать. Брейка с организатором турнира. По поводу начала турнира. Если вы не уважаете себя, уважайте всех собрать. Если в 11, то должны быть это не так. Да, надо в 9 собираться. Не важно. Напиши на сайте по первому. Вы не уважаете себя, уважаете других, которые собираются. Обсуждать надо было обязательно. Сергей, ты написал... Сергей, обсуждай на Ага.
Участники Балтийской лиги. На третьем стане Кристапс Леванс, Петерс Эрмансонс. На четвертом столе Александр Зайцев, Аистей Зирелис. На шестом столе Денис Гудренко, Вадим Емельянов. На восьмом столе
Сергей Васильев, Антон Лопатецкий. На 12-м столе Роберт Кириченко, Каспарс Бондис. На 14-м столе Сергей Корольков, Йозус Мартикенес. На 13-м столе Симонус Драгунас, Вадим Шишут. На 1-м столе Андрей Максимов, Оярс Безурс. Первый год Оярс Безурс, Андрей Максимов. На 10-м столе Андрес Петров, Вячеслав Кирилюс. На 9-м столе Юрий Белозеров, Эдмундс Гриттис. На 2-м столе Ивар Смежулис, Андрес Петкевичус. Это игра 12:40. На 13:20 готовится стол номер 3. Гатте Стаубер, Лайонес Андонес. На 4-м столе Дарья Седих, Вильюс Якаетис. На 6-м столе Анна Прижнюка, Янис Лейманис. На 8-м столе Сергей Сергеев юниор, Янис Шут. На 12-м столе Родион Юдин, Роман Бородули. На 14-м столе Сергей Сергеев, Артур Скучас. На 13-м столе Марис Волос, Витанта Семенавичус. На 1-м столе Элвис Смелнис, Вадим Шут. На 10-м Дариус Дублас, Оярс Безурс. На 9-м Томас Паджунас, Вадим Емельянов. На 2-м столе Вильмантас Бойко, Антон Лопатецкий. Все данные можно будет видеть около, на телевизоре и около информационного стенда. Удачи в игре!